Ну, я начал очень рано. Мне купили электронное маленькое пианинка. Я на нем играл, запирался у себя в комнате, подолгу играл на этом пианинке. Но на самом деле сначала я хотел стать вообще вокалистом, певцом. Я офанател от творчества Гарика Сукачева. К сожалению, не оценил. Сказали, что у меня нет ни слуха, ни голоса. И постарались как бы, мне посоветовать попробовать взять инструмент. Старики, там Гинзбург, там Гольденвейзер, вот Оборин, не знаю, вот эти вот, старая русская фортепианная школа, у них у всех какой-то вот совершенно фантастический звук, я люблю именно слушать старые записи. Сижу за роялем, я, наверное, не больше, может быть, 4-5, ну иногда 6 часов в день, а вот смысл именно, я думаю, в погружении в музыку, так, наверное, может быть, целый день могу заниматься вот именно. Что-то анализировать, придумывать какие-то мысли относительно моей программы, которую я играю. Безусловно, там настольный теннис. Вот у нас есть возможность в ЦМШ играть настольный теннис. Вот мы все это очень любим. Потом волейбол, ну вообще спорт. Ну, мне постоянно вот куда-то нужно бежать, куда-то нужно лететь, стремиться. Вот я не знаю, у меня такой темперамент.